Красота – тяжелая сила. 8 марта в Казани стартуют республиканские соревнования по тяжелой атлетике. И челнинка, студентка педуниверситета, представит автоград в жиме штанги. Юная блондинка – мастер спорта по тяжелой атлетике. Рассказала нашей съемочной группе об особенностях непривычного для девушек вида спорта. Легкая разминка и вперед к тренировкам. Четвертый год Екатерина занимается тяжелой атлетикой и сама уже является тренером в одном из спортклубов города. Вес штанги, которую Катя поднимает на соревнованиях, и в ней их 85 килограммов. Родители, конечно, первое время, то есть так с осторожностью, то есть все-таки тяжелая атлетика, но так как мы размеренно увеличиваем нагрузки, в принципе, мало травмоопасные, так скажем. Гордость Кати – 2 десятка медалей всевозможных пробс чемпионатов республики и страны. Самое яркое, наверное, воспоминание – это, правда, первое соревнование. То есть это сразу был чемпионат Татарстана до 20 лет, по-моему. И то есть я сразу заняла первое место, и для меня прям это был такой шок. Тренировки строго 5 раз в неделю по 2 часа. Однако учебе это не мешает. Спортсменка на свободном посещении и без проблем выполняет задания на дому. Она единственная профессиональная штангистка в своем вузе. Мы всегда читали, вот лет 10-15 тому назад, что это чисто мужской вид спорта. Но вот Катерина у нас уже 3 года занимается, есть успехи. В будущем Екатерина планирует продолжить совершенствоваться в тяжелой атлетике, а пока впереди праздники и долгожданные соревнования в Казани. С 8 марта тренируйтесь и любите себя. Виктория Евсеева, Роман Гейтман, Челны-24.